А теперь к теме образования. В ближайшие 3 года в области будет построено 3 новых школы, 2 непосредственно в Кирове. По информации правительства Кировской области, новое учебное заведение на 850 мест появится в Зуевке. В Чистых прудах, возможно, уже в этом году начнут строить школу на 1000 мест. Прорабатывается также вопрос о строительстве школы на 1200 мест в центральной части Кирова. Помимо этого, власти обещают отремонтировать уже действующее учебное заведение. Деньги на это выделят из резервного фонда президента страны. Всего на ремонт 6 организаций направлено 105 миллионов рублей. Капитальный ремонт запланирован в детском саду в Сидоровке, в Кировском авиационном техникуме, в школе поселка Рудничный, центре дистанционного образования детей, лесопромышленном колледже и лицее города Советска. Начнут строить в области уже в этом году и новые детские сады. В администрации города для этого уже выделили 6 земельных участков.